Хавейл, Донфен, Джили, Дикер, Лисян, Ланту. В 2023 году Китай экспортировал свыше 4 миллионов 900 тысяч автомобилей, стал крупнейшим в мире автоэкспортером. Россия заняла первое место по импорту китайских автомобилей. И, как известно, в десятке самых продаваемых автобрендов в России в 2023 китайские бренды заняли 6 мест. Какие китайские автобренды сейчас популярны в России? Давайте узнаем. Хавал, Чанган и Джили, да. Китайские электромобили. Электромобили – это Лисянг и Зикер. Ну, самый популярный – это Зикер. Дикер номер один, потом идет Лисян по популярности. Но мне кажется, когда Лисян выпустила L6, Лисян должен обойти Зикер по популярности. Тем более, что Лисян это такой автомобиль, который как бы и электроавтомобиль, и в то же время вы можете заправить его бензином и ехать на электрической тяге. Поэтому это экологически чистый и интересный автомобиль. Ну, на третьем месте компания Dongfeng, Voya, Lantu. Она достаточно тоже популярная, с тем же самым гибридом. Самые популярные Cherry, Geely, Havail и Chang'an. Четыре самые, они входят в топ-5 машин, ну, 5 брендов, которые продаются в России. Лисянг имеет хороший потенциал, Zikr имеет хороший потенциал. Там зависит, у вас все машины красивые, все машины технологичные. Единственное, ну, нужно, чтобы прошло время, чтобы понимать, как они будут ремонтироваться в случае поломок. Одной из самых популярных автомобильных новинок в Китае стал первый электромобиль от компании Xiaomi SU7. Он доступен в 9 цветах и все представлены на нынешнем автосалоне. В Китае продажи этой модели стартовали в конце марта. Xiaomi уже заказали много автомобилей, клиенты ждут и надеются, что они получат их быстрее, чем обещано полгода ожидания. Мы тоже на это надеемся. Самый популярный цвет салона, я могу сказать, это красный. А визуальный, кто-то склоняется бежевый, знаете, там красивый такой бежевый, и фиолетовый, перламутровый. Это два самых популярных цвета. Бренд Xiaomi очень высокий, узнаваемость бренда высокая, компания огромная, да, у них там, ну, огромная фан-база. Кроме упомянутых марок, какие еще китайские автомобили популярны в вашей стране?